Позвольте вам показать такой шедевр в мире поп-ап книг, как книга Мэтью Райнхарта с поп-ап элементами, посвященная уже легендарному мультику «Холодное сердце». Все поклонники Эльзы и Анны будут в восторге от этой объемной книги, где на каждом развороте множество поп-ап элементов, один большой и обязательно 1-2 маленьких элемента, также много текста. Сам сюжет книги идеально следует сюжету фильма. И очень интересно заглянуть в каждый уголок, который таит в себе что-то необычное. Это удивительный опыт, когда читаешь книгу, и у тебя на коленях и в твоих руках вырастает сюжет, и ты как будто бы окунаешься в этот сюжет, в этот мультик или в эту историю, и сам становишься частью этой истории. Посмотрите, какой замок Эльзы. Ну, видно, настоящее чудо. Я думаю, что поклонницы Эльзы оценят и будут в восторге от такого подарка. Некоторые элементы открываются, некоторые нужно потянуть вниз, и они сделаются объемными, что прибавляет интерактива при чтении и неожиданных моментов. Посмотрите, какая объемная картинка. Получается как бы три слоя. Ну и несравненный Олаф, любимец всех, и девчонок, и мальчишек. По крайней мере, для меня это любимый герой этого мультика, который создает чудесную атмосферу добра, счастья, лучезарности в этой истории. Все элементы разные, и некоторые поп-ап элементы трансформируются дальше. Посмотрите, он вырос, потом я потянула, и он становится еще объемнее. Продолжение сюжета. Вместе с историей меняется и поп-ап элемент. Это просто чудесно. На этом развороте очень много поп-ап элементов. Они все разные. Вот, потянем. Что же здесь будет? Ага, закрылись. Итак, тоже кульминация фильма, страшные моменты, и как все хорошо кончается. Вот они, две сестренки, и уже не так страшно. Вот в одно действие, когда мы потянули за поп-ап элемент, книга трансформировалась, и уже показывается следующая сцена из фильма. Это просто замечательно. Считаю, что это будет идеальным подарком.